Ассаляму алейкум, дорогие зрители! Сегодня поделюсь с вами еще одним полезным советом. Сказал шейх Абдуллах Аль-Харари, да будет ему милость от Аллаха. Для вашего же блага советую вам быть богобоязненными и дружными. Предупреждайте людей о появлении каких-либо нарушений. Человек должен думать не только о себе, но и о других, и использовать свою жизнь для благих и добрых деяний. Поступайте согласно следующему изречению пророка Мухаммада, мир ему. Переданному в хадисе Кудси сказал Аллах Всевышний, что означает: «Воистину, я люблю тех, которые любят друг друга искренне ради меня. Воистину, я люблю тех, которые поддерживают отношения между собой искренне ради меня. Воистину, я люблю тех, которые дают советы, соответствующие религии искренне ради меня. Воистину, я люблю тех, которые навещают друг друга искренне ради меня. Воистину, я люблю тех, которые преподносят дары своим братьям по вере искренне ради меня». Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Обменивайтесь подарками, таким образом вы укрепляете любовь между собой». Пророк, мир ему, также говорил: «Часто вы не уделяете особое внимание одному из важных качеств человека – скромности. Воистину, маленькое благо, которое делается с покорностью Аллаху и в единстве, приносит большую пользу, чем большие дела, сделанные без этого. Поддерживайте связь друг с другом, дарите подарки, обменивайте советами. Просим Аллаха Всевышнего о даровании благого и того, что полезно на том свете, о даровании мудрости для того, чтобы совершать поступки, способствующие процветанию общества и защите истинного пути. Спасибо, друзья, вам за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал. Буду ждать вас в следующем выпуске. Ассаляму алейкум.